И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте попробуем в этом ролике еще сделать одну анимацию для лошадей. Это где будет, значит, по главным героям или второстепенным стрелять, и где будет падать лошадь, допустим, там при грабеже поезда. Где-то так. Так, значит, что? Бег есть. Теперь нам нужен другой завал. Этот завал, значит, торможение при галопе, а это будет, значит, падение. Так, заходим в Object Mode, N панель, значит, Screen Cascade включу, чтобы вы видели, что я буду нажимать. И теперь, значит, Add Image, Image Plan, и попробуем найти какую-нибудь картинку. Так, единица на numpad, делаем R, делаем G, тройка на numpad, значит, R перекручиваем. Вот такую делаем картинку. Нашел я ее в Пинтересте. Очень помогает этот, значит, сайт. И, значит, G это будет большеватая, да? Ловим уровень земли. Делаем S. Так, где-то, ну, приблизительно где-то вот такая штука. Так, теперь открываем, значит, нашего вот этого коня и заходим в постмод. Так, всех лошадей с анимациями животных можно скачать в группе ВК, ссылка будет в описании, если кому-то нужно для своих проектов. И тут какой вопрос, смотрите, с какого момента должен быть завал? Значит, оставим с этой анимации, вот, вот это вот вроде потык подходит, и, значит, вот эти кадры пока выберем, английская А, выберем кадры, которые, возможно, нам потом пригодятся. И, значит, что? Значит, идет завал, и дублируем Shift D на 64-й кадр, значит, вот эту предыдущую анимацию. И попробуем коня вот этого поставить, значит, G в такую же позу, да? Так, раз, R перекрутим, G более-менее по лошади, значит, подгадаемся. Так, теперь выбираем шею. Так, это не шея. Так, а ну-ка, это кость, это не та кость. Вот эта кость, мы ее, значит, шею попробуем подгадать полностью под нашу вот эту картинку. Так, и, значит, R, и, значит, G, английская, подводим вот сюда. Так, теперь выбираем кости управляшки ног. И, значит, пробуем их завалить вот сюда. Так, это вот таким вот образом идет. Выбираем кости, значит, бедер. Как бы так бы, да? И, а ну-ка, G. Не получается. Тут еще в другом риге. Здесь еще присутствуют кости. А ну-ка, попробую вот эти. Тут немножко, значит, разные у меня риги на двух этих лошадях. Первый чуть другой, короче, чем остальные. Там доработки уже были. Так, и что там с картинкой? Значит, ноги одна ложится сюда, одна ложится туда. Так, какая ложится? Тройка, значит, эта нога ложится вот сюда. Делается ей перекрутка. И, значит, G, так, вперед больше подадим и подкрутим вот эту кость берцовую, да, или какая она там. Так, следом R идет перекрутка, G, ложим, значит, эту лапу. Так, она, видите, что лежит ровно, значит, ее нужно ровно положить. И здесь у нас присутствует еще одна косточка. Так,
Так, это вот она еще одна кость. Надо их заменить на квадраты, на кубы. Так, выравниваем и, значит, G чуть-чуть приподнимаем, потому что вот эти кости, они все должны быть приподняты. Так, а эти доведены. R. Так, здесь вроде бы все нормально. Вроде бы как бы, да? А ну-ка, что там? Ага. Так, теперь семерка на лампаде. Попробуем вот эту косточку, значит, оттянуть в бок. И попробуем косточку другую. Вот это. Семерка на лампаде тоже как бы оттянуть в бок. Тройка на лампаде и вот эту кость R еще больше доведем кверху. У меня вот так вот получается. В принципе, думаю, больше и не надо их подводить к телу. Потом, если что, потом можно будет исправить, да? Так, и значит хвост вот таким вот образом припускаем. Английская А и делаем прописку. Так, и что у нас получается? Конь бежит, бежит, и вот нет промежуточного кадра. Так, значит, вот этот кадр G падает лошадь где-то, допустим, 1,5 секунды. 1,5 секунды это у нас, ну, где-то 50 кадров. Это с 50 по 100 она только должна падать. Так, ну, вообще-то падение быстрее, возможно, происходит. Ну, давайте вот до 80 поставим. Это 50 и 80, это 30 кадров, 1,5 секунды, думаю, будет нормально. Так, ладно, это дело есть. Теперь заходим в Object Mode, выбираем эту картинку, Delete, и нужно еще какую-нибудь картинку промежуточную. Так, Add, Image, Image Plan находим и смотрим, где-то тут что-то же должно еще быть. Так, есть еще одна картинка. Там еще, по-моему, где-то я накачал. Сейчас что-нибудь соберем такое этакое. Так, тройка на нампаде. И что мы делаем? Делаем R, перекрутку. И семерка на нампаде. Делаем еще R, перекрутку. Так, тройка на нампаде. Здесь уже лучше, наверное, визуализацию вот такую делать. Так. Опять выбираем нашего коня Рик, заходим в Pose Mode, английская А, смотрим, что тут произошло. Так, это значит, конь бежит, бежит, здесь он спотыкается, и делаем вот такой финт. А ну-ка, R, G, эту лапу, значит, оставляем где-то тут. А эту лапу G вытягиваем аж в конец вот сюда, да? Делаем докрутку. Так, еще побольше, чтобы она расслабленная была, да? Так, еще раз ее докручиваем, прям побольше. Делаем побольше динамики, делаем G хвосту, значит, подъем. Перекрутку делаем хвосту. Вот так где-то. Ну, приблизительно пока. Так, та лапа и эта лапа, да? Так, это значит, вот эту лапу делаем G, R. Так, конь, как бы голова у него, наверное, должна быть вытянута вот так. Оп. Английская А. И смотрим, что происходит. Так, ну, в принципе, что? В принципе, так. Если конь бежит, бежит. И как раз, видите, попадает под эту лапу. То тогда у нас вот эти два кадра не нужны. Так, delete.
Так. Вот этот кадр тогда G, наверное, еще ближе подвести. Так, а тут нечего нам взять. Так, тут нам взять нечего. Это можно использовать уже как отдельную анимацию, когда подставить, и чтобы раз он поднялся, допустим. Так, что еще? Здесь у него скольжение будет, опять же, потом можно будет потестить на пути, как это дело подключить. Так, а ну-ка, что-то я не втяну. Так, вот здесь замедляется, значит, еще ближе подводим, смотрим. Так. Как-то так, да? Лошадь спотыкается, и на 80-м кадре, чтобы ей еще можно было сделать. Делаем так. На эту лапу завал делаем, значит, R. Не прокатит, да? Надо выбирать еще косточки, значит, вот этой ног. Так, а ну-ка. Вот тогда и хвоста давайте на всякий случай делаем R. Так. Теперь. Так. А ну-ка. Многовато она перекрутил. Так, да. Так, делаем вот таким вот образом. Так, подождите. Давайте Shift D сдублируем. Так, а ну-ка, английская А. И Shift D сдублируем вот этот кадр. И как бы его, да, как бы это все дело обыграть, не представляю. Так, это она должна на шею завалиться. Так, думаем. Так, а ну-ка, если все это дело R перекрутить, G подвести кверху. Так, это R задницу тоже перекрутить, G приподнять. Так, шея уходит как бы в бок. Вот так, на излом, да? Тогда, значит, лапы уходят еще больше вот сюда. Так, уходят теперь в бок. Эта лапа тоже уходит теперь как бы сюда. Эта лапа, так, он группируется, еще ближе тогда подводятся лапы. Так, теперь
идет R докрутка, и G ложим шеи аж на эту. Ох, мать моя. Так, а ну-ка, пробуем еще. Семерка на нампаде, а ну-ка, R. Так, а ну-ка. RG. Что-то тут с лапами, вот с этой лапой вообще не контакт. А ну-ка, поближе ее тогда к телу. Так, а ну-ка. Так, ладно, пропишем А и... И тогда на 90-м кадре так на 90-м кадре на 90-м так нужно какой-нибудь кадр выбрать, да? Ну, давайте вот этот Shift-D. Ставим его на 90 кадр и попробуем, значит, так, английская А, тройка на нампаде, делаем R, делаем докрутку, нет, не катит, тогда вот этот, опять же, выбираем Shift-D, переходим на 90 кадр и R, его тогда выбираем и, значит, делаем как бы вот такой вот завал. Так, приподнимаем повыше. Опускаем голову G. Так, 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 G. Вот сюда аж. Лапы G. Отводим куда-нибудь этака. Так, шею еще больше, наверное, докручиваем. Так, есть такое дело. Так, задница R перекручивается, G подтягивается. И здесь уже лапы. А ну-ка, лапы уже уходят на вытяжку, наверное. А ну-ка, я не знаю. Ну, где-то так я себе это дело представляю. Так, а эта лапа, а ну-ка, G, R, перекручиваем. Так, идет докрутка. Так, а ну-ка, это не та кость, а ну-ка, вот эту косточку. Ну, G и G. Чуть-чуть она, значит, группируется, и G что-то там вытягивается. А ну-ка.
Как бы. А ну-ка, многовато на вытяжку вышло. А, и прописка. А ну-ка, G. Опять же не переключился. И вот эту G сюда. Так, а эту тогда G на 90. Вот здесь идет ломка. Не очень интересная. Значит, еще вот этот кадр. Shift D дублируем, ставим в промежуток, чтобы сильной такой ломки не было. Так, а ну-ка, раз. Не прокатит, нужно переделывать. Так, раз. Смотрим, что не так. А ну-ка. G. Лапа сюда. Это лапа сюда. Так, где у нас инти ноги? Ну, как тебе бедную раскорячило, да? Так, это управляшка, значит, одна. А это управляшка, значит, вторая. Прописка. Так, не те выбрала, ну-ка, если так. Так, и здесь она должна еще перекрутиться. А ну-ка. А. Р. А ну-ка, что она там вообще делает? Так, раз, уходит. И, значит, должна R перекрутиться еще вот в таком духе. Так, G. Лечь вот таким вот образом, наверное. А, И. Так, тройка на нампаде, здесь вот у нее завалена, значит, она слишком глубоко. R, делаем перекрут еще больше. Так, это где он тут делается? Раз, два. Так, и тройка на нампаде, значит, пробуем английское А, Р, G. Ложим ее. А ну-ка, или не ложим.
Что-то я не пойму. Так, а ну-ка, если вот она бежит, 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 потом хоп, спотыкается и хлоп, падает. И здесь она просто должна протянуться и лежать, короче, заваленная, да? Так, а где у нас более-менее нормальный завал? Вот он. Дублируем так. Shift D. Так, на 110. И смотрим так. Раз. Семерка на нампаде, делаем R. Так, тройка на нампаде. R перекручиваем. Так, и ложим ее на землю. Так, единица на нампаде. R. Башка тоже должна лежать. Так, тело лежит, а голову мы доведем. Не вопрос. Раз. Так, и значит, вот эти все лапы должны лежать G на земле. Так, хвост должен быть прижатый, наверное. Так, а ну-ка, бац, и тут уже растяги идут, да? Так, может, зря я вот эту взял, слишком навороченную вот эту делать, да? Так, наверное, все-таки это слишком навороченное. Так, а ну-ка. Удалим пока вот эти кадры и просто сделаем ее. Так, а ну-ка, тройка на нампаде, единица на нампаде. Просто пусть упадет тогда. Ну-ка, в принципе, не должна она дюжить там это крутиться. Она просто в землю втыкается и все. И как говорится, гамми помер. Так, а ну-ка. Так, а эти лапы тогда, я не знаю, здесь, наверное, пусть лежат.
Так, смотрим, что вообще получилось. Так, перекручиваем лапы, тут чуть завал у них, да? Так, а ноги поднимаем, да? Так не прокатывает. Английская А, Р, G, еще больше ее так раз. А лучше, наверное, уже ложим ее, да? Так, тогда голова уходит вниз. Так, хвост тогда, наверное, выпучивается. А, И. Так, а ну-ка. Так, тройка на нампаде. И здесь что-то он... А ну-ка, G. Сильно зарылся. А ну-ка, вот так еще ее... В землю типа она влетает. Так, смотрим, бамс. Так, вот здесь, где она, значит, скоблить будет асфальт, вот эта штука. Так, давайте я картинку вот эту уберу. Так, delete. Смотрим. Так, здесь она бамс и падает. Но здесь она еще какой-то промежуток должна протянуться. Как бы раз, едет, едет, едет. И значит тут Shift D поближе там. Здесь как бы будет заторможенность. А потом она уже, да, раз и там завалилась, упала. Во. Так, долговато. Так, смотрим, сколько здесь кадров. 65-й, 75-й. 15. Вроде задержка небольшая. Так, это десятка даже. Нет, десятка не 15. 5, 5, 10. Так, даже секунды нету. Вроде нормально. Ну, давайте тут еще немножко раз. Так, что-нибудь подвигаем. Так, G, R. Так, и значит, это приближаем. А эти две ноги, G, тогда делаем в стопор, да? Так, и тогда вот эти вот дотягиваем. Ну, как-то так-то, да?
Смотрим, что произошло. Так, теперь только задница, значит, у нее. Только задница у нее двигается. Это не есть гуд. Так, а если эту косточку тоже довести? Так, а эту тоже на излом. Тут тело дюжить не изменишь. Так, а ну-ка, я ее так хорошо поперекрутил, да? Вот так будет поближе. А и а ну-ка. Не есть гуд. Так-то она хорошо, конечно, но задержка-то, да, видите, не позволяет вот этому всему быстро действовать. Тогда опять Shift D и, значит, на место 75-й. Так, бум-бум-бум-бум-бум. Так, подвинем тогда еще раз G поближе. Здесь она резко падает, да? В принципе, лошадь так и должна. Так, вот эти лапы тогда мы еще побольше оттянем. Так, а ну-ка, R сделаем перекрутку. Так, тогда еще вот эту часть подальше оттянем ногу. Больше ее выдвинем. Это тоже там пусть двинется что-то. Так, еще что можно сделать? Так, а что если попробовать вот эту ключицу приподнять? А ну-ка. Так, вот шеи тут чуть-чуть проблема, но это можно шипкеями потом чуть-чуть тут поподтягивать, сделать ее помягче. Задницу вот можно еще ниже положить. А ну-ка, докручиваем. G, ложим. А, и... Так, пока не буду заполнять вот эти пустоты, промежуточные кадры. Хотя, давайте два файла сделаю. Файл Save As, это значит завал. Завал с галопа. Так, минимум вот этих всех подписюлек. Так, и теперь, значит, и прописка, прописка, прописка и так далее. Чтобы анимация была мягче.
Так, и ставим, значит. Ну, давайте 105 кадров. Так, теперь заходим в Object Mode, семерка на нампаде, делаем Shift-A, добавляем курву, добавляем патч, заходим в Edit Mode, перекручиваем нашу вот эту путя, выбираем наши вот эти две вершины, потом можно с помощью Move протянуть их. Так, тут пробег будет небольшой, если что, потом можно будет уменьшить. Выбираем Rig, выбираем путь Ctrl-P, Patch Constraints, выбираем нашего коня, выбираем, ага, анимируем. И смотрим, что у нас происходит. Так, вот эту штуку можно стереть. Так, что происходит на самом деле? А ну-ка, вот это, оп. А, так вот где ее можно тормозить. Точно. Так, ладно. Так, и здесь вот где она летит, летит. Тут она останавливается. А ну-ка, пропишем ее. Допустим, и это сколько было? 3700, да? И здесь поставим тоже 3700. А ну-ка. Да нифига. А ну-ка. Раз. Вот так тогда. А ну-ка. Так, вот с этой штукой все-таки можно поработать, да? Вот эту штуку надо запомнить и попробовать потом подкорректировать. Так, ну здесь анимация более-менее простая. Тут она может скользить куда хочет. Так, нам нужно найти нумпад этот, патч анимации и поставить, у меня 105 стоит, поставим 80. Ну вот как бы так она будет падать. И от нее должен еще там пыль быть, там часть земли какой-то. Надо тоже подумать, как это все физикой, наверное, снять. Динамическим рисованием или еще как-нибудь. Вот, бац, так. Так, смотрим. Здесь она спотыкается, там еще конь, фу, этот наездник будет, он какие-то моменты перекроет, он тоже тут будет улетать, и в принципе, когда тут будет лететь лошадь и будет лететь персонаж, но это все дело перекроется, и я думаю, вид будет все равно хороший. Так, ну здесь вот, смотря с какого ракурса, вот с этого ракурса, я думаю, вот тут с такого вообще. Вот с такого ракурса будет вообще, наверное, нормально. А ну-ка, бамс. Так, ох, это я его прям высоко поднял. С верхней точки. А ну-ка, смоем. Так. Так, идет завал. Идет падение. Вот тут.
И попробуем, значит, нашу вот эту штуку зафиксировать на этом месте. Так, пропишем, значит, английское и. Так, и на последний кадр и с помощью move вот сюда ее подтянем. Так. Так, это значит долой. И вот этот метод вроде бы и хороший, но видите, все равно скольжение будет. Так, а ну-ка. Нарисуем тутма. Так, смотрим, что дальше. Так, вот. Раз, раз. О, тут ее приближаешь, а тут она отдаляется. Это какой-то парадокс. О, тут я косяка впорол. Вот эти надо удалить. Бамс едет, едет. Все, тут останавливается. Ну, хоть бы так бы. А ну-ка. Так, ну, в принципе, что? В принципе, не идеально, но, значит, вариант рабочий. Если, значит, сбоку будет это дело сниматься, тут будет земля, песок, будет улетать наш персонаж. И, в принципе, тут, ну, тут, наверное, можно подправить. А ну-ка, что это за покадровка тут? Так, а ну-ка, тройка на нампаде. Так, наверное, вот эти вот все-таки оставим. Вот эти анимации. Так, раз. Так, вот эти, по-моему, да? Да. Эти ноги мы удалим. Так, и значит G. Так, это не есть гуд, это уходит сюда. Так, это уже пиздец какой излом. Так, а, и прописка.
принципе, что, неплохо. Лошадь бежит, если там будет больше суеты, там чего-то, кого-то, то прям-таки и нормальненько. Итак, вот такая информация. Все, всем пока, до свидания.